Всемирный день борьбы с раком груди отмечают 20 октября. В Саратове в преддверии этой даты в 6 поликлиниках города прошли профилактические осмотры женщин. Что необходимо знать об этой болезни, выяснила Екатерина Ковальчук. Регулярно проходить обследование у мамолога – залог женского здоровья, говорит Алла Рустамова. И несмотря на большие очереди к специалисту, женщина обследуется ежегодно. Это очень неприятная вещь. И остаться без этого органа малоприятно. Это женщина. Потом рак, он уже метастазы, они могут распространяться и дальше, и поражать весь орган. Специалисты бьют тревогу. Количество заболевших раком груди в нашей области растет ежегодно. В среднем на 2-3%. Причем эти цифры приходятся на женщин пенсионного возраста. А вот среди молодого и работоспособного населения рак груди выявляется реже. По словам онкологов, существует ряд факторов, ведущих к образованию опухолей. Раннее начало менструации до 13 лет, поздняя менопауза, длительный период климактерия, поздние первые роды после 30 лет, недостаточное кормление грудью, наличие абортов и различные заболевания гинекологической сферы и эндокринных желез, заболевания обмена веществ, сахарный диабет, ожирение. То есть при наличии двух и более факторов риска женщина уже должна озаботиться и обратиться к мамологу. По словам медиков, выявить онкологию в молочной железе может не только мамолог. Поэтому специалисты призывают чаще проходить полное медицинское обследование. Ведь каждая восьмая женщина имеет предрасположенность к раку груди. Всего же по статистике от этой болезни ежегодно в мире умирает около 300 тысяч женщин. Екатерина Ковальчук, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.